Чем ты думал? Я хуже, чем ты думал. Фуэка, 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 фуэка. Ты лего, ты лего, мой лего. Покажи мне свое альтер-эго. Я разберу тебя, мальчик, и заберу тебя снова. Эй, ну чё ты там начал? Давай не попсово. Эй, без эпатажа, гламура, я уезжаю из клуба. Ар, дикая пума, я хуже, чем ты думал. Поете вместе с нами? Громко, не стесняйтесь, это поднимает настроение. Ив Сен-Лоран, Майбах под клубом, мой бах, Лил Памп. Я хуже, чем ты думал. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Всем большой-большой привет! Я ужасно соскучилась, и, конечно, для меня по-прежнему странно, несмотря на то, что прошло уже 2 месяца, а для меня даже больше. Я самоизолировалась, когда это еще не было мейнстримом. Тем не менее, все равно привыкнуть к такому формату выступлений довольно сложно. И, конечно же, хочется энергетического обмена. И, конечно же, хочется на вас посмотреть. И хочется вам показать себя, несмотря на то, что я хуже, чем вы думали. Я думаю, как и мы все, на этом карантине я чуть-чуть наела щеки. Девочки их спрятали за масками. У меня такой возможности нет. Но, тем не менее, я сегодня здесь. И я очень рада, что это происходит, что мы с вами общаемся хоть вот так вот. И когда началась вся эта история с пандемией, у меня вышла песня, она называется «Градусы». Мне очень жаль, что мы не можем пока спеть ее вместе, что вы не можете мне подпеть. Но я надеюсь, вы это делаете у экранов своих девайсов, телевизоров. Я надеюсь, у вас хорошее настроение. Я надеюсь, что вы здоровы. Поднимаем настроение вместе, если вдруг с ним что-то не так. И не стесняемся танцевать, даже если кто-то смотрит. Горит луна, а я одна. Шазам, грустные треки. На баре бокал вина и нож длина. Вечерний город в Нуаре. Все как по сценарию. Светят неоны в килогерцах. Тут хэ.
лишь всех, чтобы остаться друзьями под ритм блюз, накроет грусть. Так уже было и с нами, а все то же самое. Диско, ночью искрятся клубы, так близко, читай сердца и губы. В инсте меня не надо лечить, давай больше не будем мы. Легкие градусы, градусы меня уносят по дикалу за карусель. Я так устала, так устала от этих всех недосказанностей и иллюзий. Легкие градусы, градусы меня уносят по дикалу за карусель. Я так устала, так устала от этих всех. Теперь ты в курсе. Легкие градусы, градусы. Я так устала от этих всех. Легкие градусы, градусы. Легкие градусы, градусы меня уносят по дипхаусу, карусель. Я так устала от этих всех недосказанностей и иллюзий. Легкие градусы, градусы меня уносят по дипхаусу, карусель. Я так устала от этих всех. Теперь ты в курсе. Теперь вы в курсе, друзья. Ну, а если честно, то, конечно же, мы все немножко устали от этой самоизоляции, от того, что происходит вокруг. И всем нам, я уверена, какими социофобами мы бы ни были с вами. Спасибо большое. Thank you. Очень хочется, наконец-таки, обняться, поцеловаться, вернуться к нашим привычным делам, к нашей привычной учебе, работе. И даже те люди, которые нас когда-то, наверное, раздражали, которые нам не нравились, теперь нам кажутся довольно милыми, и мы по ним, мне кажется, даже стали скучать. По крайней мере, так было у меня. И в любой негативной ситуации, как бы банально и прозаично это ни звучало, есть свои плюсы, ребята. И мне кажется, несомненным плюсом того, что происходит сейчас в мире, является выявление тех самых настоящих, истинных ценностей. То, ради чего действительно стоит жить, то, чем действительно стоит дорожить, и то, о чем мы потом будем вспоминать через большое количество лет. Это, конечно же, не новые шмотки, не новые какие-то телефоны, девайсы. Это люди, это эмоции, которые дарят эти люди. Это то самое настоящее, которое навсегда остается в нашем сердце и меняет нашу жизнь к лучшему. И я очень рада, что сегодня я могу спеть эту песню для вас, и что сегодня у нее есть особенный контекст. И еще хочу сказать, что любой кризис, а несомненно, то, что сейчас происходит в мире, это кризис по всем параметрам. Это время возможностей. Поэтому я надеюсь, что вы выяснили для себя, чем вы хотите заняться в дальнейшем, что для вас действительно важно, а с чем, может быть, стоит, а может быть, даже с кем попрощаться. И когда вы выйдете в мир к обнимающимся, улыбающимся людям, вы будете чуть-чуть лучше, лучшей версией себя до карантина. Песня «Внеорбитные» о самом важном, о самом необыкновенном и о том, что все мечты обязательно сбудутся. Не нуждаемся в рецензии нашего фильма. То, что ощущаем мы, другим не видно. Сегодня молния и гром, завтра мир. Но мы по сторону экрана, что закрыты ширмой. Мы вдвоем, и нас давно уже накрыли волны. Но мы живем, мы любим, в России огромной. Миллионы глаз смотрят на нас. Мы с тобой внеорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас. Делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные. Мы с тобой внеорбитные.
наши корабли то вверх, то опять стонут. Пусть никто нас не поймет, кроме этих комнат. Пусть никто нас не услышит, кроме этих окон. Не дадим смотреть на нас под микроскопом. И нас давно уже убило током. Но мы живем, мы любим среди бетонных блоков. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой в необидные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой в необидные. Пусть нам не узнать из книжек или новостей, каким же будет новый день. Ветром по воде, и мир даже не посмеет поставить под сомнение этот терпкий вкус наших светлых чувств. Мы с тобой необидные. Мы необидные. И теперь, ребята, мы поем вместе. Я вас не слышу, но чувствую. Миллионы глаз смотрят на нас. Мы наденем солнце защитный счастливый. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитный. Вы громко! Берегите себя, друзья, и по возможности оставайтесь дома. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте добрее. До новых встреч!